данные на музыку, мы рисовали то, что идет сейчас от тела. Сейчас. Мы ищем положительные слова в адрес жизни от вокруг. Занимаемся привычным для нас делом, совмещаем пластику и документальный театр. Да, за основу мы взяли Ван Гога, его жизнь, его творчество, и с ребятами сочиняем такой небольшой перформанс, через который мы попытаемся выразить чувства Ван Гога, наши чувства, в общем, соединить все это в какое-то единое целое. Да. Во-первых, хочу спросить, не кажется ли тебе в какой-то мере удивительным, что существует любовь достаточно серьезная и страстная, чтобы не остыть даже от многих «нет, нет, никогда»?